Сегодня сравниваем колонки Estonia против колонок S90 в основном-то. Ну и сюда еще добавим колонки Onkyo 77, которые значительно выше классом. И насколько они будут вот как по сравнению с Эстонией. То есть, по-моему, я Onkyo 77 с Эстонией ни с одной, ни со второй еще не сравнивал. Поэтому вот сегодня попробуем. В отдельном разговорном видео все эти выводы и прочее такое. Да, у тебя это
Thank you.
time.